Всем привет, вы на канале Body Money. Вчера на хардкоре прошел бой Артура Акаба и Андрея Панды. Поединок закончился для Артура в скорой помощи. По информации врачей, во время боя Артуру сломали лицевую кость. Это очень опасная травма, которая требует немедленной госпитализации. Вполне вероятно, что из-за травмы поединок был окончен досрочно в пользу Панды. Но подробности мы узнаем только после выхода эфира боя. Этот бой был первым после полугодового загула Акаба и должен был стать эпичным возвращением. Всем привет, дорогие друзья! Хочу порекомендовать вам проект Makeup TRX. В этом проекте вы можете поучаствовать в облачном майнинге криптовалюты TRX, что вам может дать прекрасный пассивный доход. К слову, в декабре 2021 года майнеры заработали целых 3 миллиарда долларов. Итак, для участия в системе вам требуется зарегистрироваться в системе. Вы получите бонусом 1000 TRX. Но для активации базовой учетной записи требуется внести 5 TRX. После активации аккаунта вы можете получать 5% от общей суммы в поле майнинга каждый день. А сумма, которую можно выводить каждый день, составляет с 3 до 8% от суммы пополнения. Когда сумма депозита достигает от 5 TRX до 100 тысяч TRX, вы можете снимать 3% ежедневно. Сумма депозита достигает от 100 тысяч и 1 TRX до 500 тысяч TRX, вы можете снимать 5% каждый день. Сумма депозита достигает 500 тысяч и 1 TRX до 1 миллиона TRX, вы можете снимать 6% ежедневно. Сумма депозита достигает 1 миллиона и 1 TRX до 3 миллионов TRX, вы можете снимать 7% каждый день. Если сумма депозита превышает 3 миллиона и 1 TRX, вы можете снимать 8% ежедневно. Также вы можете зарабатывать 10% от суммы приглашенных вами инвесторов. Друзья, все ссылки будут в описании. Переходите, регистрируйтесь и участвуйте в проекте Makeup TRX. Которое ты можешь дать, посоветовать таким же, как ты, что, ну, что нужно делать, как нужно жить. Я буду кайфовать дальше и проигрывать свою жизнь в никуда. Ну что, вот мы и показываем, что в ринге мы враги. Ну прям враги, в ринге мы соперники, да. А за пределами ринга, друзья, братишки, в ринге, в ринге враги, братан, а в жизни... Братские теплые отношения. В Ютубе только рамсы все смотрят, там какие-то кипиши. Вот. Да у нас пожалуйста. У нас бой был без трэш-тока, без всякой грязи. Да, я вообще, я трэш-ток могу применить, да, там как Никулин, например, ухо откусить. Но вот как да, с Андрюхой я его вижу, то, что он человек такой, он сам спокойный, ни у кого не выебывается. Ну, я таки думал, укусить, да, ты там в моменте, да, да. Немножко, кусану. А потом вспомнил, да, такой, блин, он же нормальный. Он же нормальный, такого я к нему не позволю. Ну, зубом коснулся, да, ну ладно. Всем здравия, короче. Счастья и здоровья. Да, и мирного неба над головой. С вами был Пантос. Ну что ж, мы будем следить за новостями, а вся актуальная информация в первую очередь появляется в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании.